Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров объявил о старте кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». Этой информацией руководитель региона поделился с общественностью на своей странице в социальной сети. В рамках проекта стартовали два конкурса «Управленческая команда 2020-2025», который завершится 27 августа. И «Молодые лидеры Республики Башкортостан» он продлится до 16 декабря этого года. Основная задача конкурса – находить и развивать талантливых управленцев и выявить среди них наиболее перспективных. Впоследствии победителям предложат помощь в трудоустройстве и участие в региональных проектах. Организатор конкурса «Лидеры Башкортостана» – администрация главы республики. Добавлю, Ради Хабиров отметил, что у любого руководителя всегда есть две проблемы – где найти квалифицированных сотрудников и как отбиться от назойливых неквалифицированных. Но при этом смысл проекта – обеспечить справедливый отбор кандидатов без кумовства и коррупции. Проект «Лидеры Башкортостана» – аналог всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Один из его победителей, Марат Валеев, рассказал телеканалу РБК «Уфа» о возможностях, которые он получил благодаря участию в проекте. Несомненным плюсом конкурса является обратная связь экспертов, отчеты, оценки, общение с наставником. Возможно, это самая ценная часть. Благодаря этому лично я многому научился и продолжаю развиваться. И, конечно, обучение. Все финалисты конкурса получили грант на повышение квалификации в любом российском вузе. Для участия в региональных кадровых конкурсах необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта «Лидеры Башкортостана». В финал пройдут 100 лучших участников, и из них сформируют резерв перспективных кадров.